Актриса Вероника Пляшкевич смело ворвалась в пространство российского кинематографа не так давно. Легкая, обаятельная и востребованная, актриса уверенно двигается вверх по карьерной лестнице. Вероника известна своими ролями в сериале «Смерть шпионам», «Лисья нора» и фильмах «Сводная сестра», «Красавец и чудовище», «Не покидай меня», «Привет от Катюши». Свою карьеру талантливая актриса начала в 2007 году. На ее счету работа в 30 проектах. Немало главных ролей предлагали талантливой актрисе режиссеры. Вероника достигла больших успехов в карьере к 34 годам. Актриса из Белоруссии открыта для общения с представителями прессы. Она всегда отвечает на вопросы, касательные ее творчества. Но о личной жизни предпочитает не говорить, когда дает интервью. Известно, что у Вероники есть муж. Это Андрей Сенькин. Вместе супруги играют в театре. Очень часто актрису и ее мужа видят не только на театральных подмостках, но и на съемочной площадке и на светских мероприятиях. Они стараются не разлучаться. Поклонникам дают интервью. Поклонники нашли сходство между Вероникой и ее избранником. Они даже дополняют друг друга. Детей пока у актрисы нет. Но влюбленные уже задумываются о пополнении в семье. Но актриса попасть не стремилась, почему-то решив, что это не ее жанр. Однако судьба все равно свела ее с кинематографом. Вероника практически сразу начала сниматься именно в главных ролях. Ее героини преимущественно положительные, но часто им не хватает женственности. В этом артистка совсем на них не похожа. В свободное время артистка занимается обустройством уюта в доме. По признанию самой Вероники, она отдыхает и расслабляется во время домашней работы. Например, ей нравится готовить для любимого человека.